Долги по заработной плате растут. За последний месяц они увеличились более чем на 8 миллионов рублей. Теперь предприятия области должны своим сотрудникам 42,5 миллиона. Среди тех, кто зарплату не платит, предприятия различных направлений. Вот руководитель Сарокташского лесхоза Сергей Зубков поясняет, зимой работы нет, потому своим сотрудникам недоплатил 180 тысяч рублей. Но сейчас начнется строительный сезон, и за счет реализации пиломатериалов все отдадут. Ссылается на трудности и директор Уралтранспроекта. Заказов, мол, нет. Да, это проблема предприятия, да, ее надо решать. Но надо, значит, изыскивать другие варианты. Смотреть, как кредитоваться даже, вплоть до того. Но заработная плата должна выплачиваться вовремя. Давайте мы так договоримся, что вы предпримете все меры, чтобы впредь такой ситуации больше не допускать. Задолженность по заработной плате 1 042 000 рублей. На сегодняшний момент из этой суммы погашено 413 тысяч рублей. Вот остаток 629 тысяч будет выплачено работникам предприятия до 30 марта. В протоколе отметили, долги отдадут. Такие встречи весьма эффективны. После них предприятия деньги находят. Только вот сегодня спрашивать больше было не с кого. Из 7 приглашенных на комиссию директоров приехали всего 2. Остальные разговор с министром игнорировали. Будем передавать в АБЭП, значит, материалы для дополнительной проверки. Нет возражений? Я думаю, это правильно и справедливо. Если не хотят они здесь перед нами отчитываться, значит, будут отчитываться уже в кабинетах правоохранителей. В прошлом году за невыплату заработной платы 4 руководителя предприятий были дисквалифицированы, а на тех, кто не платил деньги больше 3 месяцев, завели уголовные дела. На территории области в настоящий момент возбуждены 2 уголовных дела в отношении ООО «Стелма», Оренбургский район, и ООО «Нефтехиммонтаж оборудования», Ленинский район, города Орска. По санкции, по-моему, там до 5 лет. Лишение. Да, лишение свободы. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время.